Всем привет! У меня в руках насос-форсунка Bosch первого поколения с дизельного двигателя легкового автомобиля. В данном видео речь пойдет об комплекте уплотнительных элементов для данного типа насос-форсунок. Что же из себя представляет, точнее, что входит в состав данного комплекта уплотнительных элементов? Медная шайба, дабы исключить прорыв газов из камеры сгорания наружу, металлический фиксатор, дабы исключить соскальзывание шайбы с распылителя, раз, два, три резиновых кольца, дабы разделить полость подачи и полость перелива топлива, и четвертое уплотнительное кольцо с толкателем для фиксации самого толкателя. При каждом снятии установки с двигателя необходимо менять данный ремонтный комплект одноразовых уплотнительных элементов, потому как он одноразовый. При установке необходимо помнить, что данная гайка выполняет функцию фильтра. Форсунку необходимо держать и устанавливать только чистыми руками. И самое главное, исключать перекручивание резиновых колец, потому как даже при обильном нанесении смазки, при большом-большом количестве смазки, если резиновые кольца будут перекручены, они будут повреждены.